Представитель армянских сепаратистов заявляет, что при необходимости жители населенных пунктов Агавна и Бердзор переселят в Карабах и Армению. То есть армяне продолжают считать Карабах своей территорией, которой они могут распоряжаться по своему желанию. Если дело дойдет до этого переселения, то жители села Агавна будут расселены в селах Хиншен и Мецшен Карабаха. А для жителей Бердзора будут реализованы те же программы, что и для других перемещенных лиц. Им могут быть выделены квартиры в Армении. Как передает Азия Ас, об этом во время обсуждения 1 июля заявил омбудсмен несуществующего государства под названием Арцах Гигам Степанян. По его словам, на данный момент работы по эвакуации жителей Бердзора и других населенных пунктов не ведутся. Жители и Бердзора, и Агавна пользуются теми же льготами, что и перемещенные лица, добавил Гигам Степанян. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо!